Уже 1 ноября Центральная городская клиническая больница начнет свою работу в качестве ковидного госпиталя. До этого заболевших коронавирусом ульяновцев госпитализировали в инфекционное отделение учреждения. Теперь площадь круглосуточного стационара также отдают под нужды заболевших. В совокупности к началу ноября будет развернут госпиталь на 711 мест. В каждой палате проводят кислород. В настоящий момент проводится, ведется кислородная проводка на 7-м этаже корпуса. Планируется дополнительно оснастить кислородом 359 точек кислородом. В субботу мы получили кислородные концентраторы, 100 штук для обеспечения кислородом пациентам, которые имеют сатурацию ниже 93%. Также определены места установки шлюзов для безопасности движения медицинского персонала. С ходом подготовки ознакомился глава региона. Спасибо огромное и строителям, и министерству, и руководству государственного учреждения здравоохранения за то, что развернули работы. Но одновременно, еще раз, вот я только что сейчас высказал свое пожелание и даже в какой степени удовольствие. Не надо сидеть и ждать, когда, так сказать, там мы получим полное обоснование от Министерства здравоохранения по каждой запятой. Маршрутизация пациентов Заволжского района уже проработана. Помощь больным с нарушением мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом будет оказываться в областной больнице. А больные нейрохирургического профиля и с другими патологиями будут направлены в областной центр специализированных видов медпомощи. По информации Министерства здравоохранения, в больницах достаточно места, чтобы оказывать помощь всем поступающим пациентам. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.